Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня нежданный видосик с Ардельки. Русский аккаунт мой, где мы трешуем. Посмотрим, что у нас сегодня есть. Мне вчера, даже сегодня, просто нереально подфартило. Почему вы сейчас увидите? Сейчас единственное, я хочу не забыть. Я решил фармить сразу же, заходить хотя бы постепенно батл пассы, посмотреть реально, что мы в итоге получим. Как видите, противники здесь просто великолепные для моего аккаунта. По моей силе это просто unreal. И надо бывает по 5 по 10 минут просто выщелкивать хоть каких-то противников более-менее, чтобы затащить и получить плюшки, потому что в основном... Ух ты, вот это нам повезло прям. Я сливаюсь. 90% это сливы здесь. И приходится ждать реса героев. Так, отлично. Так, ну тут нормально затащили. Второй противник наш. Хорош. Так, используйте для получения. Ну, поехали, еще добьем. И пойдем с вами облизываться плюхами. Я сегодня здесь просто буду трэшевать. Помимо того, что я получу сейчас вчерашние подарки. Мы их откроем, попробуем что-то интересное вытащить. Видите еще, как мне подфартило. Давай, Фрейка, тащи. Отлично. Ну, знаете, можно еще, в принципе, жить. Ремок здесь у нас хватает. Так, Анубиса осталось ушатать, в принципе, все. Неплохо противники попадаются. Так, отлично. Так, еще одну расту нам надо пройти. И, в принципе, дальше остальное это надо будет фармить. Ну, конечно, без донатов, ну, реально, могли бы уже всем сделать, чтобы здесь не дохли герои. А то получается с батл пассом еще больше привилегий. Мало того, что там плюхи получают на халяву. Топовые. Ну, не как на халяву. За донат, понятно, но все же. Можно было сделать, потому что эта локация не есть настолько прям мега там эпическая, мега имбовая. Вот смотрите, а дальше просто пипец. Как я могу убить огника? Как я могу убить эти вторые эволюции с моими героями? Почему подбор такой конченый? Вот реально конченый подбор. Полчаса сидишь, пробуешь вытащить нормальных противников. Фрая еще более-менее живет. Это просто пипец, ребят. Вот так вот, наверное, большинство из вас мучается. О, хоть нормальный тип, хоть нормальные поставил. Ну да, не очень нормальные. Седна, которая сейчас вжарит всех моих героев, скорее всего. Не, нормально. Ушатали ее, красавчики. Так, 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 смертушку. Все, отлично. Ну, прошли с горем напополам. Как видите, за 5 минут все-таки зафармили, но не полностью. Но дофармили. Так, давайте только без слива. Сейчас будем с вами трэшевать, качать этот аккаунт. Посмотрим, что там у нас по плюхам выпадет, конечно же. Интересно глянуть. Но я надеюсь, нам этого хватит. Так, отлично, забрали. Дальше. Дальше я уже потом добью. Итак, чик. Вот так вот, ребятушки. Я вчера на хватайке вытащил опять 30
30 жетончиков, и, конечно же, я забрал и эмблемы, и забрал сундуки. Я не брал пыль, потому что там бессмысленно ее брать, там сколько, 10, 20, даже 50 осколков, вы ни хрена толкового не вытащите. Это однозначно, поэтому я вот забрал такие плюхи, как по мне, они нереально кайфовые. Сундучки, поехали, начнем с первых, с халявных. Так, отлично, коробочка чарсмен. О, вот это пойдет. Вот это нам надо. Так, 150, ну, такое себе. Ну, все равно неплохо, не надо фармить. Так, на прокачку. Ну что, давайте жахнем. Пожалуйста. Эмблемка Бравлера. СО, ремочка 7. Блин, раньше это просто нереально было. Сейчас это просто кайф. Так, ну что, а ну-ка, кстати, у меня карты тут есть. А что у меня по героям там недостающего? Ладрак, Лео, Лео. Давайте сейчас попробуем. Попробуем трешануть. Откроем карты здесь. Так, Паладин, Смерть. Три Купидона и Суккуб. Чик, Укротитель. Это вроде все у меня есть, это все повторочки. И тут нам выпадет Дед Мороз. Так, окей. Смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, понятно, не Бугимен, понятно. Так, понятно, понятно, понятно. Командоры нет, короче... Ни хрена мы с вами толкового не вытащили. А, паладина вытащили. Ну, его мы могли и так получить, в принципе. Но недостающий. Недостающий. Кстати, а что он у меня? У меня он 4 аж. Мы даже его не открыли. Открыли. Еще одна имба. Окей. А теперь поехали. Самое интересное, конечно же. Посмотрим, что у нас получится. Чик-чик. Скины, скины. Бум. Итого. 20 коробок, 20 коробок, 40 коробок. По 40 коробок. 60. 60 коробок с менчар, но это реально круто. И 40 коробок обычных. И еще сейчас мы отсюда натащим. Так, 2 камешка, 3. 3 камешка, блин, и еще посмотрите, сколько коробок. 45. 45 таких, ну просто жесть. Вот теперь можно трешевать. Вот это реально подарки для бездонатов. Так, поехали, прокачаем скины на здание. Так, еще есть, ничего себе, посмотрите, сколько у меня тут. Нифига себе, вот это да. Ребятушки, 97.07. Так, ну конечно, хотя опять даже таких слизней. О, мы Атланта докачаем. Я думаю, что у нас не так. А у нас теперь Атлант 10.10. Вот теперь мы будем нагибать. Так, дерево, десятка. Афинка у нас десятка. Теперь можно нормально себя чувствовать. Так, будем качать кого? Рино, стрелок. Так, это еще один стрелок у нас. Имка десятка, укротитель. Тоже максимальный. Ну, космо, к сожалению, у меня, конечно же, нет. Так, использовать, окей. Добавили еще Фрэнку. Такс, отлично. Ой, отлично, посмотрите, что делается. 85 коробок. Просто налегке порочный пакт. Блин, а что ставить? Вот я даже не знаю, честно говоря, кому его лепить. Блин, может все-таки Фрейю переделать, с пактом сделать. Можем, в принципе, попробовать. Я не знаю, сейчас я гляну, что у меня по эмблемам. Есть выживание или нету? По-моему, у нас было на ком-то выживание. А, есть, есть выживание. В принципе, можно попробовать ее прокачать. Попробуем с пактом.
Так. Сливаем, ребятушки, сливаем свои кулаки. Так, отлично. Девяточка, вот так вот. Это, наверное, у нас нет. Это у нас вторая девятка на аккаунте, кстати. Чем можете меня поздравить. Вот такая вот у нас Фрея будет. Давайте попробуем. Здесь, конечно, недомогание тема. Попробуем вытащить ей. Так, тыковка, пиромах. На урон. У коробок 255 коробок. Но я, конечно, вот это бессмысленно сейчас делаю, то, что я их меняю. Потому что они мне нужны будут потом. Так, тут можно тоже на пиромага поменять. Пятерка, можно и пятерку поставить. Поднимем силушку. Ну дайте что-то на урон, блин. Блин, для Анубиса тема. Поставим пока сюда. Видите, у меня нету эволюции, поэтому мы просто теряем зря коробки с вами. Хорошие таланты. Чарки, точнее. Но ничего не поделаешь. Да блин, дайте что-то на урон уже. Блин, недомогание, конечно, кайфовая тема. А, мы, кстати, там что-то ж получали с вами. У нас тут есть, опять же, есть недомогание еще одно у нас. Вот так вот попробуем. Попробуем такую вариацию. Там опять недомогание. Давайте попробуем еще паладину. Ну, я считаю, это просто кайф, когда вот так вот падает. Хоть можно алтарь нормально покачать. Чем хватайка, добавили бы нам еще на столку, это вообще было бы кайф. Но, к сожалению, почему-то они не добавляют. Так, поменять, выбрать предмет, 84 коробки. Милость, ничего себе, посмотрите, посмотрите на этот трэш. Правда, у меня уже вроде здесь на всех все стоит, то, что нам надо. Поэтому я даже не знаю, кому ее ставить. Где, кстати, наша имба? Ставим паладину. Так, приговор. Давайте еще замедление. Ну, замедление уже не актуально. Дайте ремочку хоть какую-то, чтобы я успокоился. И выживание дали. Жесть. Вернули, короче, обратно выживание, если что, после следующей битвы гильдии потестируем такую Фрею и поменяем обратно. В общем, ребятушки, такой вот трэш, такие вот плюшечки, я считаю, просто мега эпические плюхи мы получили сегодня. Пишите комменты, кому так повезло, ставьте лайки и ждите следующих видосов. Аккаунт не умер, он пока в невесомости. Всем удачи, всем пока.